Сегодня мы приготовим свежий ароматный салат, главной изюминкой которого станет выдержанный сыр. Для этого нам понадобится 1 апельсин, 10 помидоров черри или 2 обычных, 50 граммов рукколы, 50 граммов выдержанного сыра Брест-Литовск, 1 столовая ложка кунжута, столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка оливкового масла и 1 чайная ложка бальзамического уксуса. На сухую разогретую сковородку высыпаем кунжут и, постоянно помешивая, доводим его до золотистого оттенка. Главное не пережарить. Для заправки смешиваем в небольшой емкости по столовой ложке соевого соуса, бальзамического уксуса и оливкового масла. Перемешиваем, заправка готова. Теперь займемся филе апельсина. Срезаем сверху вниз кожуру настолько, чтобы удалялась белая кожица. Дальше прорезаем между белыми пленочками, осторожно извлекая филе. Черри делим на две части. Если у вас обычный помидор, режем на такие же кусочки, как и апельсин. Промытую под проточной водой рукколу произвольно рвем руками и выкладываем на тарелку. Затем добавляем апельсины. Следующими в салат отправляются помидоры. Поливаем наш салат заправкой, но не очень много. Посыпаем кунжутом. А теперь добавляем сыр Брест-Литовск выдержанный. Он созревал 12 месяцев и имеет особый аромат и ни с чем не сравнимое послевкусие. Этот по-настоящему благородный сыр придаст утонченности нашему блюду и привнесет легкие нотки изысканности. Для этого с помощью специального ножа для сыра или овощерезки нарезаем брусочек на прозрачные тонкие ломтики и в произвольной форме выкладываем их на блюдо. Наш салат готов, он ароматный и полезный. Приятного аппетита и хороших выходных!